Нету? А давай попросим Петра Владимировича подрубиться и Сергея Сергеевича. Они сейчас вот трикот им просто от колонки, дай как и будет бодрая композиция, вы ее возьмете для выступления. А сибирский марш там про Ермака, про казака поют. Там никто никого не оскорбляет, наоборот, что Ермак красавчик, пошел. Не могу. Я не знаю, что я не могу. Вы ее прям раз 10-20 послушаете, поймете, может, он дойдет. Можно, но в свое время говорили, я уже знаю, что это не А я отключал уже, нет? Сейчас у меня выключен. Не видел? У меня подключился. А, у тебя подключился? Давай, когда был байк. Вот это, короче, он знал. Я ее выключил. А что, он не видел? Я же крайний был. В тот раз, да? Попробую. Внутренний сейчас, да. Тут. Юр. Юрец. Опачки. А, надо сделать топорики и 180 безостановочно 5-6 штучек. Сделай, пожалуйста, связочку. 5-6. Не связай, что ли? Юр, просто после каждого подъема на турник делай сначала одно подтягивание, потом выход на топорик. То есть делаешь одно подтягивание, потом выход на топорик. Раз, молодец. И теперь так. На кнопку просто еще раз нажать на канале. Топорик наступает. Давай. Что там? Ой, сделай. Нет, ты же первым хочу сразу делать, я не увидел первым. Мне дед в свое время рассказывал, мне было лет. Мама, через дед рассказывал, что будет коробка черная, просто коробка, она будет все. Показывать телевизор, разговаривать. Надо научиться мне продаться мне вот так вот, потому что сейчас скрывает. Вот так вот. Она, да. Только дай себе. Тише, можешь сабу как подписчику поставить. Вот, кстати, поэтому, по-рабочему. Да. Шпоры впились, пока слышны крики в голове. Закусив у дела. Пичи ставим лоб. Горб растет с каждым днем на лице след ведьма. Разглядел бы надежду в глазах легендарный Ермак. Мы погаснем, вас будет снабить. Говорят, когда плачешь, то легче.
плечи терпеть. Блин, Данил, тебе надо тачку делать, подойди, просто промени. Ну а ко мне не слез путь один. Связки стянуты в узел, но бессильно бьем. Но сомнение стоит лежить, не колеблясь убьем. Крики в голову, закусив у тела, по печи ставим лоб. Гроб растет с каждым днем, на лице след верма. Разглядел бы надежду в глазах легендарный Ермак. Не колеблясь, убьем.
Элементы все, типа экскурсии, типа тюр, я их сделал, ну, один раз. По одному разу я их Слышны крики в голову. Закусив у дела, по пичи ставим лоб. Кровь растет с каждым днем, на лице след ярма. Разглядел бы надежду в глазах легендарный Ермак. Ермак!
беда. Растихать не дают, вот твоя либеда. Роль на веска калечит хуже всяких цепей. Ярость треплет мозги, оттопи торгунских степей. Шарик тут перешире на самом месте и пере, а Урал мама тас. Эй, слышь, пеш, ты твой мят, пеш, а тюрь, пусто мир, или стас. Прешка царь, ну пузырь, ник не верит, снегирь, даже тут ты скворец. Найкал, наш пир, ты вот пыль, ты чепер, ты пять свят, писец. Нам Христос поводырь, нам наш лес монастырь. Тут медведь богатырь, нам читает псалтырь. И что ты сделаешь мне, сошлёшь пыль, там я и так здесь живу. Нам на плечи положили тыковые гели, только злобная маска. Нам посетила кровь, пришествует свело, я помер твое село. Мы запрыгнули все дорожки, на пломбе до сих пор, наша юбка подались. Ты можешь петь вместе с нами песню, а можешь спеть наше пламя. Если это заря попадет прежний, мы погаснем, вас будет знобить. Говорят, когда плачешь, легче терпеть. Ну а коли нет слез, путь один надо петь. Не колеблясь, убьем. Крики в колонках. Теперь ты понял, каково это, да? Когда люди, когда не нравится, вот галиматья, которого вырубаете, настраиваете. Погоди, что, а? Я терплю. Ну да, но другие не терпят. Вот я тебе про это и говорю, а представь, что ты репетишь, которые не нравятся. Они ходят, молчат, нервозности. Мы-то можем договориться, взрослые люди, а вы, когда вырубаете свое, вы не считаете, что другим может быть неприятно это? Вы же не считаетесь? Я вам сейчас включил русскоговорящего, русскодумающего парня, который поет, ну, как минимум, про героев наших, ну, соотечественников, ну, казаки, смотрят, для меня это родные. Про Ермака. Знаешь, такой Ермак, такой Тимофеевич? Нет? Да хорош. Да серьезно? Блин, ну я могу сказать, что этот мужчина с несколькими сотнями казаков осваивал Сибирь. И погоняли они там разных этих. Жители, то есть и рукопашные, и стрелялись, убились. Это вообще такие времена крутые. Я залет на а эти вот ребята поют про них, чтобы вы гордились. Понимаете, а вы слушаете шляпу, Моргенштерн там или еще какую-нибудь. Кого там? Еще он завоевает. Ну, осваивает. Ну, не, основатель города Тюмени. Качем новый, делаем. И поют про героя, а это кого-то напрягает. Какое у меня отношение? Давай мы сейчас включим. Я знаю, куда надо было заходить. Если я вот прилечу,
Я зайду в это. Попробуй не слушать. Попробуй. Тишина. Я вам сейчас... Смотри, как-то заворотом пульса, пульса. Либо в трех. Ну смотри, если я туда вылечу, я там не делал. Ты хорошо, я сейчас сделаю. А почему тогда я попрошу, парень, не бывайте, мусор вас начинает ломать? Сергей Геннадьевич, давай что-нибудь. Не лично ты, а вообще. Помнишь, когда Данил? Может быть. Ну, я просто а что, боец? Я его знаю с рождения. А, кстати, я его знаю с рождения. На вокзале, да. На руках. Вот так смажешь? Да, он мне поздравил брата и Машку с рождения. Как я должен сказать, я его с рождения знал. А это потому что нет. Я делал. С первого качества. Все, я его стабильно делал. Эти болем вот это значит. Куда? Нет, ненависть за все. Пусть не рыгает впереди, а не рыгает впереди. Я имею в виду, на этих будет больно. А еще если перейти... Я имею полное право попросить, если кто не согласен, может отстоять свою позицию. Но не получается. Вот, типа, делаешь с тобой себе, потом еще хорошо. Я сейчас, короче, занимаюсь от вас, от тебя. Вот они Хорошая идея, Олег. Я все. Отстрелялся. Связку сделал. Сейчас уже. Смотри, что, в тишине лучше, да? Уходи. Владян, со сколько умеешь? Пора. Со сколько? Топорик. Конечно. Значит, полярный. А, или все. Попробуй. Связку сделал. Вова, попробуй. Смотри, что сделаешь? Не сделаю. Ты первый утомился или что? Я отдыхаю. Если что, Серый, братана спасай. Ты как ну, дай валику, пусть спину прокатай. Если я задание, реально отдохнешь, если восстанавливаю хорошую, дай валику, в маленькой сумочке. Сейчас ложись на спину, просто прокатись по нему. Спинкой и животом. Пойдем, вот. Вот сейчас тебя прокатим. Я не буду. Хорошо, хорошо. Пойдем. Я умею. Не, закрутить. Ты даже в шею не закрутишь. Юрий, сколько у тебя занятий осталось? Помнишь? Да. Ты же Юрий Алексеевич? Сколько у тебя занятий? Я-то помню. Короче, сейчас градус попробую. Градус? Скрутить. Папа еще не заплатил. Я не помню, как его делать. Ну, сейчас я покажу градус. Старый градус, помнишь, который я делал? Тот, который вот такой. Я не помню, как будет. Силовая можно, штанги, все можно. Если кто вас отпустит по силовой, все можно смотреть. Было два плюс два. Сейчас как-то один плюс два. Либо два плюс два. Я хочу просто попробовать крутить. Да. Я готов. Готов? Готов. Все, красиво, Данил. Задача понял? Какой? Делаешь 8. Проверим неповторимых элементов, а 9 или 10 делаете то, что вы хотите новенькое включить. Не надо увидеть связку из 10 элементов. Продвижаются замирание, зависание, статические. Сади, ты что, молодец. Молодец. 10 элементов связки. 8 основных, которые вы умеете, это зависание, статика, динамика. Да, без хотя бы 7. А 8 не дотянете? Не, я дотяну. Просто это, мне кажется, ну, короче, я сейчас сделаю. Новый элемент делают. А вот новый делают с 9-м и 10-м. Стыд прям, да. Прям, а сам прям. Тяжело. Сашка, здорово. Что сразу сел в баф? Да ты что мне? Здрасте, сразу баф нос ее. Я же с тобой здоровый. Клади, 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 клади. Иди раздеться, пойдешь померить. Ноги не просыпают. Что такое? Он прям вот так вот шарится. А во что, в железо? Да, в турнике. Прям живой? Перекисью зеленки намазать? Нет? Заказывайте. Все, заказывайте. Скорую? Похоронную? Давай, ампутируем, мы тебе
протез биотехнический вставить с открывашкой. Будет потом парням банки открывать. Там раз такой язык. Из пальца. А, ё-моё, погоди, все нормально, да, я знаешь, что подумал, погоди, Сергей, он меня Владимир до инфаркта не довел, сейчас покажу. Я подумал, поставил, погоди, а ты открываешь, а ты стой, ну все хорошо. Я же думаю, вряд ли вы начали. Посмотри, что с ней происходит. Это банка Топ-Дога. Это банка раритетная. В единственном экземпляре возле офиса, где эти кофе продают. Топ-Дог, знаете, что такое? Их привезли. Топ-Дог, знаете, что такое? Я нашел еще одну. Да, запишите. Сейчас. Вчера как раз. Пока отдыхайте. Артем, кто результаты записывает, пока у вас есть небольшое время отдохнуть, 5 минут попить и мыть спали, запишите результаты. Да мы потом запишем. Ты блокнотик взял? Общее число и определяет на количество, сколько умеешь делать раз. И у Петра спросил, тебе подскажет, или у него спросил. Ты его делал. Помнишь, как вычисляется среднее Какой один раз? Он делает у него общее количество вещей подтягивает. По весу среднеэлектрическое. Сколько ты тренировок раз делал? За 10 тренировок ты сделал вещей подтягивать. 100 раз. То есть ты 100 раз подтянешься? Когда тебе Давай позже подойдешь, иди разминайся. Да, Саша, ты подойдешь позже, я хочу перепишись, подойдешь позже, вопрос не задал. Если размялся, можешь элементом. Никак, смотрите, мальчик делает. Спрашивай, какой элемент попробуй. А я стульчик еще раз расскажу. Стульчик, да, все. Если что, ты можешь спросить. Должен немножечко подержать, как подольше, потому что я рано отпускался на деньги, я в колени вставал, как не У меня колено после бетона болит. Валерий, ты хрен.
Че, кто инвалид? Почему? Я не знаю, что ты инвалид. Ты инвалид? Смотри. А, это что, мы тут встречаем? Нет, так что нельзя. В нем Bluetooth есть? Офигеть. Ущербный. Ущербный. Поврежденный. Инвалид файл, помните? Поврежденный файл. Я вспомнил градус. Я вспомнил градус. Какого дела? Сейчас вот сейчас почему? Лучше вот так держи. Хорошая песня. Я могу включить. Я могу включить. Парни, не пересчитайтесь, надо. Пожалуйста. Тем, сейчас кому послушайте. До 18 лет, пересчитайтесь, пожалуйста. Первый. Серый, а ты проконтролируй. Все, на третьем счете остановились. Пятый. Нет, ты четвертый. Ты слышал, там Юра и Вова сказали одновременно. Третий. Четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. А кто же? Что значит? Ты еще не знаешь, что песня? НЛО, да? Кто включил воздух? Куда полетит того? Иди сюда. Это не я. А кто? Ручка прилетела в тебя, ручка не обманывает. Ручка никогда не обманывает. Сейчас это... В сторону. Кто включил музыку, Артем? Ты включил? Нет музыки. А кто включил? Че было? Ты пересчитал, сколько человек у нас? Ты пересчитал, ты какой по счету был? Ты цифру какую называл, погоди, Артем. Я не считал. О, упор лёжа принять. Упор лёжа принять. Я сейчас какую сказал? Пересчитаться тем, кого нет на 17 лет. Стой. Упор лёжа принять. Мне домой надо. Погоди, Артем. А скажи, пожалуйста, а почему ты, когда все начали считаться, ты проигнорировал? Чем ты занимался? Музыку показывал, песни его слышал. А зачем? Показать хотел. А зачем? Ну, чтобы он послушал. А зачем? Чтобы он знал песню. А зачем? Вдруг понравится. А зачем? Ну чё, брат, разве я не могу? Давай, упор лёжа принять, по пятачку, парни, спокойно. Подожди. Владян, за компанией сходишь, лучше это разогреться. Помните как? Да спокойно, парни, поделай. Что ещё надо открывать? Полтора часа раз. Давай, Дарин, ещё надо открывать. Дарин, ещё надо открывать. Я ни хера не знаю. Раз, два, три, четыре, пять. Следующий. Раз. Видите, всего лишь по 5 раз отжаться, а вы переживаете. Это же так мало. Два. Но у вас есть человек, да, и по 5 раз мы. Вот и все. Волстосин. Хотя я не знаю, слушай, Петр, пересчитай сколько, пожалуйста. Три. Восемь, да? Четыре. Вот вместе с тобой 7-10. Раз. Два. Ну не надо много смешно. Мы сказали, что настолько. Один музыку показывает, другой носок ковыряется, третий нас зашивает. Я думаю, нет, придется. Сам вот размышляет о смысле жизни. Нет. Глубочайший вообще поток. Нет, все, ты отжимайся давай. Вова, я? Боли нога, ну, ты ее подними. Надо ее отжимайся. Два. Ты ее подними, да. Четыре. Только Юрий носком в лицо не видит. Молодец. Раз. Давай, Юрец, давай, давай, брат. Вся надежда на тебя. Кто еще, Никита? Нет, да. Раз, два, три, четыре. Таз поднимайся. Пять. Все посчитали? Да. Молодцы. Подъем элемента дальше в своем режиме делать. Как ты думал, почему? Можно музыку включить? Ты же домой хотел? Надо домой вообще. А? Вообще надо домой. Ну, а в конце. Ну, нет, ты можешь ее ударить, включить, что у меня справа. И как ты выходишь из зала? Нет, чтобы делать. А, все-таки ты хочешь остаться? Да, я там, ну, минут 20 еще. 15. Минут 20 еще есть, да? Отжиматься так давай. Как вы? Давай согласуй с нами, пожалуйста. Ну, вашу... Слушали русскую, теперь можно английскую. А что значит, ты не русский, что ли? Русский. А что ты говоришь, вашу русскую слушали, а теперь нашу хотим. А не, она русская. Классическую. Какую? Не очень люблю такую музыку. А какую? Ты нам расскажи, какую ты любишь. На английском больше люблю. А что там поют? Ты мне текст песни предоставь. Наоборот, текст не понимаешь. Да, ну ты мне текст предоставь на русском или на английском. Я английский знаю, я переведу сейчас. А мне интернета нет. А как ты хочешь музыку без интернета? А мне скачанный. Закачанный? А какие у тебя еще в коллекции есть? Ну покажи коллекцию, фанатеку свою, что ты видишь. Давай. Там не видно. У меня... Какой ночью муж есть? Нет. Нет, врубай. Почему, слава богу, дурачок ты, слава богу. Это самое из детства, самое лучшее. Она что, тебя оскорбила? Эта Света, песня? Я песня. Слава богу, что нет ее. Это мама всегда твоя песня. Слушала ее. И мама, возможно, твоей мамы слушала ее, да. Когда маленькие были. Спокойно, что а есть. Под нее пущу все. Ну, а он говорит, слава богу, что нет такого. Эх, ты. У тебя кнопочный телефон, что ли?